Sarvat bhuta chamatkar lila kallo lobaridhi Atullo madhura prema mandita priya mandalaha Trijagad manasakar simurali kalakuyitaha Asaman urdarupo sri visma pito characharaha Sarvat bhuta chamatkar lila kallo lobaridhi Atullo madhura prema mandito priya mandalaha Trijagad manasakar simurali kalakuyitaha Asamanurdharupa sri visma pito chara chara Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru сказал Я не встретил никого, кто бы искренне был заинтересован в сознании Кришны за последние 40 лет. Я не нашел никого, не встретил никого, кто искренне интересуется сознанием Кришны за последние 40 лет. Те, кто приходит ко мне, не заинтересованы в слушании Харикатхи. Не хотят слушать Харикатху. Они не готовы оставить свою независимость. Не готовы оставить гордость за свое образование, свой разум. Люди в этом мире хотят прославиться, хотят стать знаменитыми. Они не хотят постигать абсолютную истину. Религиозные проповедники, которые провозглашают себя таковыми, are busy trying to protect their own existence by flattering others. Добиваются своего положения, льстя другим. One's popularity is likely to be enhanced. Therefore, и с помощью этой лести их популярность возрастает. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы кому-то симпатизировать, поддерживать. Симпатизируйте и поддерживайте тех, кто против Господа. Мы не хотим делать этого. Гаудия Гоштхипати. Бхакти Сиддханта Сарасвати. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Постоянно говорит, что льстец никогда не может стать проповедником. Если Прабхупад это говорит, это не значит, что вся Гуру-варга должна чувствовать, что они оскорблены его словами, то есть своим Гурудевом. Когда... То есть это не значит, что он оскорбляет представителей всей нашей Гуру-варги. Как я уже говорил, Парамахамса Гуру-вайшнав Гурудев могут дать крипу, могут исправлять меня, могут ругать меня, могут контролировать меня, потому что у них есть могущество делать это. Таким образом, мы должны понять, что когда Гуру Падпадма говорит нечто подобное, это означает, что он проливает внутреннюю особую милость. Так, чтобы мы взрастили наш интерес к тому, чтобы совершать, чтобы мы захотели совершать баджан должным образом. Кришна-баджан — это не какие-то шутки. И я даже стесняюсь говорить о... Мне стыдно говорить о всех этих возвышенных вещах. Я стесняюсь говорить о всех этих вещах возвышенных. И Верховат говорит, за 40 лет он не встретил никого, кто по-настоящему заинтересован в Кришна-баджане. Это не значит, что все представители нашей Гуру-варги не заинтересованы. Это означает, что Прабхупад говорит тем самым, что Нанда-нанда-наши Кришна-баджан не какие-то шутки, что это нечто очень серьезное. Только под руководством гопи
мы можем совершать Кришна-бхаджан. Надо на Кришна-бхаджан. В противном случае это невозможно. И также Прабхупад, как мы знаем, является Наяна Манимаджари. Мы очень хорошо об этом знаем. Сейчас возникает вопрос. Никто из нас, то есть мы не заинтересованы в том, чтобы должным образом следовать Прабхупаде, чтобы в том, чтобы понять Рупануга Рагунага Бхаджан. Тем не менее, мы пытаемся доказать всем, что мы Рагануга Бхакты. Я цитировал кое-что из Шримад Бхагаватам. Almost going to be destroyed. Abhadra, Abhadra mean Amangal, Amangal mean Anatha, almost clear. Nashto Prayasu, Prayasu mean almost, going to be finished. Srila Bhagavatam Mahaprabhu, I am going to speak. Nashto Prayasu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavata Sevaya mean Gunta Bhagavat, Гратта Бхагават и Бхагавата Бхагавата. Это очень тонкая сиддханта, будьте внимательны. Гратта Бхагават и Бхагавата Бхагавата. Мы должны служить обоим этим проявлениям. Мы можем развить найштика бхакти. Служа двум этим проявлениям. Те, кто почти чист, те, кто чьи анартхи ушли, им дается это наставление Нитья Бхагавата Севая. Бхакта Бхагават и Гранта Бхагавата. Мы должны служить им. Таков процесс. Бхагавана мы называем Уттама Шлокой. Почему? Потому что великие мудрецы прославляют его различными шлоками. Поэтому Бхагавати Уттама Шлока. Также Уттама Шлока означает, что Бхагаван за пределами нашего человеческого сознания, что он находится на таком высоком уровне, что мы не можем постигнуть его. Он в категории апракрита. Поэтому, говоря о нем, используются следующие слова. Если не было бы тама, раджа, сатва, гун, то есть он за пределами всех гун материальной природы. За пределами этих трех материальных гун появляется найштика бхакти. И как же определить, что есть найштика бхакти? Как я могу понять, что я уже обрел это найштика бхакти, если я его обрел? Если служить Гранта Бхагавата, Бхагавата Бхагаватам, то все анартхи уйдут, и мы увидим, что попытайтесь внимательно слушать санскрит. В то время, когда я достигну такого положения, положения Найштика Бхакти, в это время все различные проявления тама, раджа, гуны, жадность, кама не будут чинить проблем в моем сердце. Сердце мое сейчас в таком состоянии, что то есть
оно будет умиротворено, потому что все эти вещи не будут касаться, не смогут коснуться его. Кто-то установился, то есть будет стабильность шуда-саттвы, то есть она установится в сердце. И в это время мы обнаружим трансцендентное блаженство в сердце. И вы можете обнаружить удовлетворение в сердце, и оно будет трансцендентным, а не материальным. Когда вы достигнете такого удовлетворения с помощью бхакти-йоги, бхагавата-бхакти-йоги, бхагавата-таттва-вигьянам, то есть те, кто полностью освободились от влияния майи, они смогут обрести бхагавата-таттва-вигьян. Что Бхагаван, что ему нравится делать, что, каковы его тайны, каково настроение его преданных, какие лилы являет Бхагаван. Когда? То есть, наверное, все это откроется вам. И в таком случае вы почувствуете это. Кьянте час кармани, дриштани ватманишвари, виддате хидеганте, шидданте хидес, видданте хидеганте, видданте сарвасансая. Then no doubt can be there. Now we are expressing doubt about раса лила, this kind of. Сейчас мы у нас полно сомнений о раса лили и так далее, но когда это произойдет, не останется никаких сомнений. Вы увидите абсолютную истину таттва вигьяну лицом к лицу. Вы увидите все, как оно есть на самом деле. Очень ясно. Сейчас я хочу рассказать нечто важное. Это поможет вам оставить свои сомнения и подозрения. Прабхупад говорит, что Хладини Деви и Хладини Шакти обладают двумя функциями. С одной стороны, она дает полное удовлетворение Верховному Господу. Хладини Шакти постоянно хочет доставить удовольствие Верховному Господу, полное удовольствие. С другой стороны, второе, это то, что она постоянно хочет организовать все благое, то есть пролить благо на нас, доставить нам благо. На Вирбхактитхе, на день явления Шримати Радхарани, я говорил об этом. Прабхупад говорит, что Радхарани – изначальный источник гуру Таттвы, которая постоянно вовлечена в заботе о нас, она хочет пролить на нас благо, она хочет раздать милость Кришны каждому, даровать милость каждому. Радхарани постоянно заботится о благе, хочет,
тем, что хочет всех живых существ, тем желая пролить на джив милость Кришны. Итак, Хладини Шакти обладает двумя функциями. С одной стороны, доставить полное удовлетворение Верховному Господу, с другой стороны, устроить все благоприятное для джив, принести благо дживам. И главное, это то, что мы не должны, не должны совершать апарадх. Когда мы перестанем совершать апарадхи, автоматически мы увидим, что наше сердце полно смирения, наше поведение стало смиренным. Мы испытаем дайнья-бхаву, то есть смиренное поведение придет к нам, мы обретем. И мы почувствуем, что мы недостойны. В этом случае мы будем плакать и молиться лотосным стопам Гуру Варги. Пока вы не почувствуете себя недостойным, не почувствуете себя ниже, вы не сможете расти. Вы не сможете плакать от всего сердца, из глубины сердца. Плач из глубины сердца не проявится, не придет, как это делал Рагунада с Госвами. Вы не сможете плакать. Несмотря на то, что... То есть, когда у нас получится это, когда мы сможем плакать от всего сердца, плача милости появится у нас, тогда автоматически мы увидим, что не осталось никакого лицемерия, что телом, умом и речью мы хотим избавиться, выйти из этого несчастного состояния. Если же у нас полно лицемерия, полно настроения, наслажденческого настроения, это апарадха. На каждом шагу мы будем совершать апарадхи лотосным стопам Гуру и Вайшнавам. 100%. Когда мы сотрем весь анабилаш из сердца, в таком случае смирение проявится и понимание того, как удовлетворить Верховного Господа. Когда мы вовлекемся в Бхагавата-дхарму, автоматически мы не сможем забыть о Господе. Мы будем постоянно помнить о Нем и постоянно будем вовлечены то, чтобы, стараясь принести ему полное удовлетворение. Если же мы думаем только лишь о том, как доставить удовлетворение Верховному Господу, если нет никакого недостатка, ничего плохого в нашем поведении, то имеется в виду ничего противо речащего Кришна Бхакти в нашем поведении, Кришна защитит нас, Кришна поможет. Мы не можем ожидать никакого результата от той деятельности, то есть мы не должны ожидать никаких результатов от нашей деятельности. Все, что мы делаем для того, чтобы достать удовлетворение Шри Кришне, необходимо оставить все корыстные желания и думать лишь о том, как сделать счастливым Парамешвару, как я могу доставить ему счастье. И в таком случае Бхагаван будет защищать нас, будьте уверены. Я могу привести один пример. Когда мальчики-пастушки играли, кто-то сказал, что это такое? Никогда прежде не видел подобного, какой-то... Nice.
какой-то туннель. Туннель они нашли. И то есть они решили там поиграться, зашли туда, оказалось, что это род Бакасура. И Кришна защитил их в той ситуации. На берегу Кали. То есть они были на грани смерти, но Кришна защитил их. Когда Арджуна совершил ошибки, Бхагаван защитил его. Он постоянно защищал его. Таким образом, предание самое высочайшее. То есть это самое главное. Без предания мы не можем ни на что надеяться. Вчера я говорила о том, почему Кришна испытывает влечение к своим преданным, несмотря на то, что он атмарам и атмакам, аптакам. В Бхагаватам в первой главе сказано, Шанакади Риши, Найми Шарани Васи, 16 тысяч риши задают вопрос Шукадеву Госвами. Шукадев Госвами задает вопрос. Они отвечают. Шукадев Госвами Шукадев Госвами рассказывает Шримад Бхагаватам Парикшит Махараджу. Почему? Почему он слушал от Вьясадевджи Махараджа? Атмарам в действительности ни в чем не заинтересованный. Шукадев как раз такой атмарам. Почему же он слушал Шримад Бхагаватам Вьясадевджи Махараджа? То есть затратил на это столько времени. И почему он также взял на себя этот чтобы рассказать Парикшит Махараджа Шримад Бхагаватам в собрании мудрецов? И Шри Шукадев Госвами отвечает. Я уже говорил об этом, но сейчас я напомню вам. В Хари есть настолько превосходные качества, которые они непостижимы. Мы даже не можем представить себе то, каким, какой привлекательностью он обладает, насколько привлекательны, очаровательны его лилы. Таким образом, атмарамы не заинтересованы в этом материальном мире. Даже они заинтересованы в Верховном Господе, привлечены Верховным Господом. Потому что он обладает настолько удивительными качествами, рупой, гуной, лилами. Все, что в нем превосходно. Поэтому Парамахамса Атмарамы не могут удержаться от того, чтобы побежать за Кришной, и они бегут за ним. Поэтому Парикшит Махарадж решает. Несмотря на то, что он совершает баджан, тем не менее, он, наверное, решает. Как вчера я говорил, Кришна изначальный
объект привлечения для всего материального мира. Поэтому все дживы должны быть привлечены Кришной. Тем не менее, не каждый может испытывать это влечение из-за майи, из-за того, что мы покрыты майей. Если железо покрыто чем-то, оно не может притягиваться к магниту. Несмотря на то, что магнит, нормальный магнит находится рядом, железо не может примагниться к нему, потому что оно грязно, то есть обладает каким-то покрытием грязи и чего-то не было еще. Точно так же мы покрыты майей, поэтому мы не испытываем привлечение к Кришне. Тем не менее, скитаясь по материальному миру с незапамятных времен, если дживатма приходит к гуру и вайшнавам, по их милости, она может испытывать особые изменения в сердце. По милости Шри Гуру и вайшнавов, она сможет обрубить влияние майи и осознать свою сварупу. Дживира сварупа хой, Кришна ранитья даса. Но сейчас, в особенности, мы хотим поговорить о том, почему Кришна испытывает влечение. Мы знаем, что он все привлекающий. Все мы должны бы быть привлечены им. Но также есть, неужели есть что-то, что может привлечь самого Кришну? В Хари Бхакти Вилас также сказано об этом. В Бхакти Расамрита Синду сказано об этом. Шрила Рупа Госвами подпишет. Бхакти. Такова, что Кришна хочет распространить ее среди всех. Когда преданный выражает свою любовь, Кришна становится очень счастливым. Так, как мы уже знаем, магнит привлекается железом. То есть магнит примагничивается к железу, притягивается к железу. Если железо покрыто пылью или чем-то грязным, оно не притягивается. И, например, этого мы видим, что гопи преданные привлечены Кришной. Кришна привлекает их. И сейчас мы поговорим о том, что Кришна — это как железо, наверное, и все преданные, как магниты, пытаются поймать Кришну. Но как же это возможно? Если бы Кришна, то есть, если сравнить Кришну с большим куском железа, маленькие магнитики не могут его притянуть. Но когда магнит очень сильно притягивает, железо не может оставаться на своем месте, оно автоматически притягивается. То есть, пример, или наоборот, то есть Кришна — это кусок железа, а преданные магниты. Они могут привлечь Кришну в том случае, когда их любовь будет настолько высока, настолько сильна,
Почему Кришна испытывает влечение к Радхарани, Гопи? Нужно это понять. Мы не можем постигнуть глубину любви в их сердцах к Кришне. Невозможно даже сравнить это с Гималаями. Их любовь, она бесконечна. Любовь их бесконечна. Браджаваси испытывает бесконечную любовь к Кришне. Естественным образом Кришна испытывает влечение к ним. Он не может устоять. Вчера я рассказывал об одном моменте, что Бхагаван начал танец раса. Но суть в том, что Браджагопи хотят лишь любовного взаимообмена с Кришной, наверное, и Кришна обладает таким же желанием. Кришна хотел наслаждаться с Гопи. Он также испытывает влечение к Гопи. То есть не только Гопи желают встречи с Кришной, но и Кришна сам. На санскрите есть две вещи. Когда я говорю о себе, я использую одно утверждение, то есть одни слова. Когда я говорю, что я делаю что-то для других, то другие слова, два глагола, в общем, которые используются, одно применимо к личному местоимению, к себе. То есть тут говорится о Бхагаване. Бхагаван Опи. Если у Кришны нет никакого желания, никаких желаний, что он хочет лишь для других, другим помогать. Шукадев Госвами в таком случае написал бы. Иначе все. Те, кто устраивает, то есть пуджари, те, кто пуджари, если бы он пуджа, когда пуджари проводит пуджу, которую вы заказали, наверное, он должен произносить определенные. То есть он должен в одном наклонении говорить, используя один глагол. А когда Кришна говорит о себе, он использует другой. Это означает, что у Кришны также есть желание, у Кришны есть какое-то же, то есть Кришна тоже обладает желанием, и без этого желания он бы не пришел в этот мир. Это нужно понять. И сейчас суть в том, что Кришна устраивает раса-лилу. Если бы он в этом не был заинтересован,
То есть слово «опи» напоминает нам, что Бхагаван, гопи испытывают такое влечение к Кришне, что оно вынуждает Кришну прийти в этот мир, наверное. Имеется в виду прийти, совершать танец раса. Они предложили все лотосным стопам Кришны. И так происходит эта игра. Как вы помните, Кришна обещал им. Уже давно Кришна пообещал, что он исполнит желание гопи. The reason for why you took trouble to do this kind of, you know, archan. Причина, по которой. Bow you took. Sankalpa vidito. I know your determination. Ты принимаешь клятву. Я знаю о твоем, о твоей решимости. Какого рода санкалпа ты даешь? Surely you are going to, I am going to fulfill your heart. You can get practical, you can know. То есть Кришна говорит: гопи, я знаю, какие вы аскезы предпринимаете, и я определенно исполню ваше желание. Браджа-гопи поклоняются Браджа-деви, совершает врату Катьяни-деви. И как они молятся? Нанда Гопа Сутам Деви Патинг Микуруте Нама. This is the prayer. Такова молитва гопи. Вишна Чакравати Пат, Шукадев Гасаймпад, Шидар Гасаймпад также пишет об этом. Внешне кажется, что они совершают Катьяни Врату, но на самом деле Кришна. То есть они поклоняются Катьяне, но Кришна говорит, что я очень доволен их аскезами. Браджа-гопи, маленькие девочки, не поклоняются Кришне напрямую. Кришна говорит гопи, я понимаю вашу решимость. Кришна говорит, то есть поклоняясь Катьяне, на самом деле это поклонение Кришне, напрямую или не напрямую, потому что йога майя не отлична от Кришны. И решимость гопи доказывает, что они хотят удовлетворить Кришну, поэтому они поклоняются Катьяне Деви. И таким образом Кришна говорит: я знаю, я прекрасно знаю о вашей решимости, о вашей санкалпе. Ваши аскезы, ваша ништха, ваша врата. Я прекрасно знаю все, что все такие аскезы вы предпринимаете, соответственно, вы получите очень скоро результат этих аскез. О, гопи, возвращайтесь домой. Скоро наступит ночь. Скоро наступит одна ночь, когда ваше желание будет исполнено. Майма ранг сата капа. Капа мин night time you can. Coming night. When? Not specifically told. Кришна speaking. Jadud дишша пратам имам.
Решимость, с которой вы совершаете эту врату, катияни врату, я прекрасно знаю. И поэтому я говорю вам, возвращайтесь домой, я исполню желание вашего сердца. Также вы можете вспомнить о Дандакарани, Риши и Муни из леса Дандакарани. Они родились от Яги Патни. Они родились во Враджадхаме. И в конце концов, они стали женами Яги Патни. То есть есть много разновидностей гопи, не только один вид. Время от времени они обретают милость Кришны. В соответствии с их предыдущими желаниями, когда они предстали перед Рамачандрой, but that was not possible because Ramchandra is ek vratadhara, ek patni vratadhara. Only one wife can be there. Maryada purushottama. То есть только одна жена, только одну жену мог принять Господь Рамачандра, потому что он является Марьяда Пурушоттама аватарой. Он не может нарушать правила и предписания. В совершенстве он следует всем правилам. Рамачандра захотел благословить их, чтобы те, они обрели в следующем рождении. Он сказал, когда я явлюсь как Шри Кришна, бесконечное количество гопи могут любить меня, и в это время вы также сможете родиться в Враджадхаме в соответствии с моим желанием. Сейчас вы испытываете влечение ко мне, но я не могу вас принять, потому что я... То есть в этом воплощении у меня только одна жена. То есть то бхакти, которое вы испытываете ко мне в этой жизни, в следующей жизни вы также будете испытывать ко мне. Но то есть свое образование, свое знание накопленное, вы все это забудете, но бхакти самскары останутся с вами. Все, что связано с бхакти, не может быть разрушено ничем. Не может быть разрушено влиянием майи. Когда Кришна позвал гопи, все браджа-гопи предстали перед Кришной. Be careful. Here it is written Nishamma Gitam Tadananga Vardhanam. Tadananga Vardhanam means they are going to give some, it is one kind of catalyst. Catalyst, you know, when one reaction going to take place. When one reaction going to take place in chemistry, когда в химии происходит какая-то реакция, то есть какие-то апракрита карма, увлечение Кришне в сердцах гопи. То есть это не что-то, что только появилось в них. В соответствии со своими предыдущими самскарами, они обладают этой любовью, этим влечением. Only
Вам Шитхани только лишь увеличивает вам Шитхани увеличивает их желание в сердце. С помощью вам Шитхани, флейты, Кришна увеличивает их влечение к нему. Они хотят предложить свою душу, жизнь и душу лотосным стопам Кришны. И они бегут к Кришне, пересекая все препятствия, все барьеры, все помехи на их пути. То есть, естественным образом, их сердца желают полного удовлетворения Шри Кришны. Они бегут к нему не влекомые какой-то материальной камой, но пракрита камой. Долго-долго я уже рассказываю об этом. Итак, те, кто слышат Мурали Дхани, флейту Кришны, прибегают туда, где находится Кришна, арена танца расы. Когда Шукадев Госвами описывает Расалилу, он предстает перед Кришной в тонкой форме как гопи, то есть он принимает форму гопи, и он говорит в настоящем времени, когда он рассказывает о Расалиле. То есть суть в том, что он непосредственно созерцает все происходящее. В настоящем времени он говорит о Расалиле. Он не говорит в прошедшем времени. Гопи бегут к Кришне, но некоторые из них не могут выйти из дома, потому что их родственники, их мужья запрещают им. Поэтому Шукадев Госвами говорит, что говорит об этом, что некоторые как будто бы в ловушке. То есть они не могут выйти из дома. Они закрыты дома. Но из-за их колоссального влечения к Кришне никто не может их остановить. И Шукадев Госвами говорит, что Как мы уже знаем, гопи никогда не думают, что Кришна Парабрахман. That Krishna is our Jara Buddha Sangataha.
Они всегда думают о Кришне как о своем возлюбленном. И все это из-за влияния Йогамайи. Материалисты постоянно задаются вопросом, что когда я если мне нужна чья-то помощь, это значит, что я слаб. Мне необходима помощь кого-то извне. We can see that Krishna is weak, so Krishna going to take help of Yogamaya. Как это относится к Кришне? То есть получается, что Кришна слаб, и ему нужна помощь Йогамайи. Но в соответствии с Сиддхантой это неправда. Все, сама Майя под контролем Шакти, под контролем Кришны. Шакти не может существовать отдельно. В соответствии с Сиддхантой, Шактиман Пуруш обладает Шакти. Что же означают эти слова в этой шлоке? Йогамая Шакти под контролем Шри Кришны. Но, тем не менее, эта лила настолько превосходна, если бы Кришна все контролировал, он не смог бы наслаждаться. Если бы он контролировал Йогамаю, то есть Йогамайя естественным путем под контролем Кришны. Но сейчас Йогамайя устраивает обстановку. То есть если мы организуем какой-то пир, полностью ответственность, то есть если мы ответственны за все мероприятие, мы не можем должным образом насладиться просадом, потому что мы все организуем. Несмотря на то, что мы все организуем, у нас нет времени, чтобы поесть. Мы не можем насладиться просадом, потому что на нас большая ответственность за все происходящее. И точно так же Кришна. Кришна хотел освободиться от всяких обязанностей во время этой лилы. И таким образом он вручает всю ответственность Йогамайе. Он забыл о том, что он Верховный Господь. Ему это абсолютно неинтересно больше. Если бы он думал о себе как о Верховном Господе, он не смог бы совершать эту прекрасную лилу. То есть он хочет забыть, что он Верховный Господь. Поэтому Кришна вручает всю ответственность Йогамайе. Он хочет, будучи свободным, наслаждаться этой игрой. Если бы Кришна думал о себе как о Верховном Господе, эти эксклюзивные любовные игры не были бы возможными. Итак, те гопи, которые не могут выйти из дома, Шукадев Госвами описывает их
их настроение, то есть что они переживают в этот момент. Запертые в своих домах гопи не могут прибежать к Кришне. Они думают, глубоко задумываются о Кришне. То есть они думают о Кришне так, как будто бы из-за силы своих мыслей они почти воочию предстают перед Ним. Как я уже рассказывал, в трансцендентном мире все едино, что вы думаете, что вы делаете. Как, или, например, как в этом мире Мадхавендра Парипад произносит Харинам, говорит Хари Кришна и Хамадхуранат, и в этих именах Господа сам Господь присутствует. Поэтому не нужно сомневаться в том, что гопи действительно достигают Кришну. Они настолько сконцентрированы в своей медитации на Нем, что воочию предстают перед Ним. Как есть одна история. На берегу Годавари один прекрасный браман в уме предлагал сладкий рис Кришне. В уме он поклонялся Кришне, совершая арчану. В уме он приготовил сладкий рис, чтобы предложить Кришне. Он хотел проверить, остыл ли сладкий рис, могу ли я сейчас предлагать или нужно еще подождать. И он опустил палец в парамане, в сладкий рис, и он в это время обжегся. Когда он открыл глаза, его палец был, в действительности, по правде, он был обожженным. И таким образом, я еще приведу несколько примеров, чтобы вы поверили, поняли, что это и вправду так. Все, что вы чувствуете, когда вы совершаете баджан, вы можете чувствовать, что гуру и вайшнавы с вами, когда вы думаете о них, потому что они трансцендентные. То есть в материальном мире те объекты, о которых вы думаете, которые вы получаете, не едины. То есть, например, вы можете говорить манго, 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 но манго не может предстать перед вами, она не придет к вам, не исполнит ваше желание. Или точно так же воду, слово вы будете повторять, вода, 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 но вода не придет к вам сама собой. Не удовлетворит вашу жажду, если вы хотите пить. Потому что материя и название этой материи отличны. Материальные объекты и их названия отличны друг от друга. Материя и имя, ее название не едины. Но в трансцендентном мире все объекты, все, о чем бы вы ни думали, все... Если вы искренне медитируете на это, вы почувствуете, что объект, на который вы медитируете, перед вами, предстоит перед вами. Что бы это ни было, Святая Дхама, Навадвип Дхама, Вриндаван Дхама и так далее. Кришнам тад бхавана юкта дадхур милита лоучанаха дуссаха преста вираха тибра тапо дхута асуваха дхянам прапта чута слеша нибритта хилокхина калмаса. When they are going to close their eyes, когда они закрывают глаза, they already reach in front of Krishna, because they are... Они достигают Кришну в этот момент, потому что они чувствуют глубокую разлуку с Кришной. Мы не можем даже объяснить это словами. Любые слова, любой философии недостаточно, чтобы описать это.
Они закрывают глаза и испытывают колоссальную разлуку. В это время их анартхи исчезают. И они оказываются в объятиях Кришны, так как будто бы это было непосредственно физически. Несмотря на то, что мужья их настоящие, наверное, физически существуют, они думают о Кришне как о своем единственном герое. Мы любим Кришну от всего сердца, говорят они. Несмотря на то, что у них есть мужья, они... То есть в шастрах запрещено иметь отношения с кем-то помимо мужа. Но Кришна не какой-то мужчина, материальный герой, он параматма. Те, кто родились во Вриндаване, могут думать. Санатан Госвами и Джива Госвами. То есть гопи, которые не могут выйти из своих домов, закрывают свои глаза и в глубокой медитации не могут снести глубокой боли разлуки. И с помощью разлуки с Шри Кришной, разлука с Шри Кришной, с вайшнавами, может очистить вас. Вираха в трансцендентном мире, с трансцендентным миром, наверное, боль может очищать вас, потому что разлука у вас с трансцендентным. Но если вы в материальном мире чувствуете разлуку с кем-то, это будет погружать вас глубже и глубже в майю. Но разлука с чистыми Гуру и Вайшнавами, Прабхупада, еще Бхактисиддханта Такуром, с Гуру Вайшнавами, этот вид разлуки поможет вам продвигаться, чтобы вы совершили большой прогресс на духовном пути. Что говорить о разлуке с Кришной? Гопи испытывают эту разлуку с Парад-Паракилешваром. То есть глубочайшую разлуку они испытывают с Шри Кришной. И вся эта разлука стирает все анартхи, все нечистоты из их сердец. В Прахлада Чарите сказано, почему Наротам Дас Такур
говорит в своем киртане следующие слова. В Прахладачарите в седьмой песне сказано. Те дела, которые вы совершали прежде, если они были хорошими, благодаря этой накопленной пуне вы получите какие-то блага, но преданные не заинтересованы в материальных благах. Когда кто-то получает карму, пунью, они отправляются на райские планеты, но понаслаждавшись там, они падают, вновь падают вниз. Когда вся ваша пунья приходит к концу, то есть, когда вы наслаждаетесь, ваша пунья растрачивается. И в случае с Прахлада Махараджем говорится, что из-за наслаждений вы растрачиваете накопленную пунью. Но благими делами вы разрушаете греховную деятельность, результаты грехов. То есть необходимо избавиться от греховной деятельности и в то же время от пуньи, которая нам не нужна, потому что нам нужна лишь бхакти. Бхакти сукрити необходима нам. Даже на пути бхаджана, если у нас... То есть мы обретем бхавана мукти сукрити. То есть определенный сукрити Бхагаван даст нам бхакти, наверное. И тут возникает на почве этого сомнение. Из-за глубочайшей разлуки гопи все анархии в их сердцах уничтожаются. Анархии, которые служат, которые являются барьером на пути к Кришне. Когда это происходит в глубокой медитации, они чувствуют, как Кришна обнимает их. И в это время они освобождаются и от всего благоприятного, имеется в виду мангал и амангал, благоприятного, то есть имеется в виду не связанного с бхакти. Упапати в этом стихе используется, применяется к Кришне. И это говорится, то есть это не муж, это тот, кто какой-то посторонний человек. И они, то есть они уже достигли Кришны. Все преодолели все препятствия, они достигли Кришны. Они оставили свою гунамая деху. Гопи, эти гопи являются ситхами. Они родились во Врадже. А мы сомневаемся, как такое возможно, что как бы они родились, наверное, и у них какие-то нечистоты в сердце. Все они не нитья ситхи, они садана ситхи.
Риши и Муни, которые рождаются во Вриндаване, не садана ситхи. То есть они садана ситхи, наверное. И сейчас они очищают свое сердце, у них нет никакого лицемерия. То есть садана ситхи родились в Браджадхаме, как гопи. Но, тем не менее, они не получили общение с нитья ситхами гопи из-за каких-то ограничений, которые наложены на них их семьей. Они не встречались с нитья ситха гопи. Они слышали прекрасное пение Малини, и с предыдущей жизни у них остался эта самскара, влечение к Кришне, поэтому сейчас они родились в Раджадхаме, и естественным образом они привлечены к Кришне. Тем не менее, препятствия на их пути очень сильны, и они не смогли выйти из дома, чтобы общаться с нитья ситхами, с вечными гопи. То есть не получилось у них обрести общение с ними. И из-за того, что они были лишены этого общения, они не смогли обрести это любовное служение Шри Кришне. Они не смогли вырваться из дома и отправиться к Кришне. У них есть мужья, но у нитья ситха гопи нет мужей, у них лишь ощущение того, что мужья присутствуют, что у них есть мужья. У некоторых были дети, и некоторые из них как объясняет Вишвана Чакравати Такур, все это были в предыдущих жизнях мудрецы Дандакарани. В Падмапуране об этом говорится. Муни и Риши совершали баджан в лесах леса Дандакарани, увидев прекрасный облик Рамы, очаровательного Рамачандру. Они захотели наслаждаться им, то есть хотели обнять его. Тогда Рамачандра не мог им ответить, потому что он Марьяда Пурушоттам. Все они родились в Гокуле, как гопи. Все те, кто хотели общаться с Рамачандрой, родились в Кришналиле, во Вриндаване. Они пересекли материальный океан и обрели освобождение. Сейчас множество вопросов может возникнуть у вас.
сердце. Рамачандра не мог исполнить желание тех, кто хотели получить его общение в то время. Но также он не мог сказать. То есть муни-риши не могли выразить то, что у них на сердце из-за стеснения. Они и не стеснялись сказать, что они хотят. Но Рамачандра пребывал в их сердцах как параматма, и он все осознал. В соответствии с его благословениями, и их желание исполнилось в этой жизни. То есть Рамачандра исполнил желание в этой жизни. Они, муни и риши, родились в Гокуле, как гопи. В соответствии со своим желанием, то есть они хотели достигнуть Кришну, обрести Кришну, они выбрались из материального океана. So many things. Juhur Gunaman Deham, Shaddo Prakshina Mangalaha, and so many things. Dhuta Ashubaha, all words we like to know clearly. Otherwise we cannot understand. We feel very complicated because we cannot expect. In Srimad Bhagavatam, Juhur Gunaman Deham, after that, Shaddo Prakshina Mangalaha, Padma Puran also going to write, Tato Mukto Bhavarnava. Шримад Бхагаватам в Падмапуране используются некоторые слова, в которые нам сложно поверить. Как возможно, что они родились во Вриндаване, находясь в обусловленном состоянии, когда уже ясно сказано, что Санатан Госвами говорит, он объясняет, Санатан Госвами объясняет, что это возможно, что они бава-ситхи, то есть бава их уже достигла совершенства, но тела их не были совершенными, они не смогли обрести прямого служения Шри Кришне. Они не смогли достигнуть ситхи, телесные ситхи. And the gopikas, Brahman gopikas, how we can expect their bodies, material, mic? It is not possible. Juhur gunamayam them. Sanatana Goswami going to speak. When this kind of Krishna lila... То есть возникает сомнение, как их тела могут быть несовершенными. Но Санатана Госвами объясняет, когда происходит трансцендентная лила Кришны, когда она нисходит в материальный мир, на Голока Вриндаване все, что происходит там, все эти игры уникальны. Но когда нисходит Бхавана Вриндаван, мы видим то, что внешнее все то же самое. Но внутри мы видим примесь Майи. В противном случае лила не достигла бы такого совершенства. Как история с Шопалой Гопалом, когда они посмотрели на Гауранга Махапрабху, который принимает омовение в Ганге, они не смогли понять, что это сам Верховный Господь. Так, когда Верховный Господь нисходит в материальный мир, Кришна оставляет право за собой не являть себя органом, то есть не являть себя, не являть себя. Но когда Махапрабху идет по улице, когда он идет на рынок, все видят его. И те, кто видит его, они не являются ситхами на самом деле, они обычные люди, но они обрели эту возможность лицезреть Господа. Поэтому Сурдас, который оставил тело во Вриндаване,
Я уже рассказывал об этом вам на Чандра Сароваре. Он оставил тело. Он был слеп. То есть внешне он был слеп. Он совершал поклонение Кришне. Совершал очень уникальный баджан. Он принес полное удовлетворение Шринаджи Гопалу. Сам Гопал предстал перед ним. Он совершал киртан. Во время Кришны, Двапара-йогу, давным-давно, Сурдас совершал замечательный баджан. Когда он услышал, что Парабрахма Шри Кришна, Гармуни уже сказал, что сын твой, Нанда Махарадж сказал, что сын твой как Нараян, почти одно и то же. Итак, Сурдас получил информацию о том, что Кришна родился в деревне, во Вриндаване, в доме Нанда Махараджа. И все отправились туда посмотреть его на Кришну. И тот тоже, Сурдас тоже пошел туда. Он припал к лотосным стопам Гаргамуни и сказал: «Пожалуйста, благослови, благослови меня, чтобы я смог увидеть Кришну. На самом деле я слеп, я не могу ничего видеть». И так Гаргамуни ответил ему, потому что Сурдас был прекрасным саду. Он задал вопрос. Прежде чем ты просишь, подумай дважды о том, что ты просишь. Если хочешь глаза, я дам тебе глаза. Ты откроешь свои глаза и будешь и сможешь видеть Кришну. Но ты сможешь видеть не только Кришну, ты сможешь видеть все вокруг. Также ты будешь видеть хорошие и плохие вещи. Все, что происходит тут, хорошее и плохое, все материальные вещи ты будешь видеть. То есть в Бхавана Вриндаване внешнее есть примесь майи для ее совершенства, для совершенства этой игры. Когда Гаргамуни предложил ему выбрать, то есть он говорит: я могу дать тебе глаза, но прежде всего я хочу тебя спросить, когда ты совершаешь баджан, можешь ты видеть Кришну в сердце или нет? Ответь мне, видишь ли ты Кришну? Сейчас ты плачешь и говоришь, что не можешь видеть Кришну, но я хочу знать, видишь ли ты что-то, когда воспеваешь киртан? И тогда Сурдас же ответил: да, это правда, когда я совершаю киртан, я вижу черный-черный цвет, прекрасный черный цвет, который полон. I can see inside. Then Gargamuni is speaking. He is Krishna. You already saw Krishna. You already watching Krishna. Полноценен, наверное. То есть и Гаргамуни говорит, что ты уже лицезреешь Кришну через киртан. Кришна дает тебе свой даршан. Если ты попросишь меня вновь, я дам тебе глаза, но с этими глазами ты будешь видеть материальные вещи и Кришну. Что ж ты хочешь? Хочешь ты этого или нет? Сурдас же отвечает: мне на самом деле не нужны глаза в таком случае. Я хочу видеть лишь Кришну. Глаза мои хотят смотреть лишь на Кришну и больше ни на что. Поэтому лучше мне оставаться в таком... И Гаргамуни сказал, что оставайся в своем нынешнем состоянии, ты будешь из сердца лицезреть Кришну. Таким образом, Санатана Госвами дает ответ. То есть, возможно, наш ум не может примирить, наверное, те вещи, что те, кто родились в Гокуле, то есть они уже обладают, для этого необходимо обладать такой, таким бхакти, такой бхавой, но в то же самое время говорится, что
То есть в Падма-пуране также сказано, то есть вся эта татва может внести сомнения, сбить нас с толку. Как возможно родиться в Гокуле, как гопи? Но при этом не иметь чистого, то есть чистого тела, имеется в виду, что тело будет негодным для того, чтобы совершать служение Кришне. И Санатана Госвами пишет по этому поводу. Он говорит, что их бхава совершенна, но тела в то время не были совершенными. Но как же это возможно, можем задаться мы вопросом. И Санатана Госвами отвечает, когда аватара лила, когда Кришна лила нисходит в материальный мир, Бхаума-гокул, вы увидите, что там есть примеси, то, что там все смешалось, как здесь, в этом мире, Камса, Агасур, Бакасур, мужья Радхарани, муж Радхарани. Йога Майя устраивает все так, чтобы напрямую, чтобы Господь Санатана Госвами говорит, когда Кришна нисходит в Бхаума Вриндаван, тут присутствуют примеси, материя. Поэтому то, о чем говорилось выше, возможно. Как мы уже слышали, Девики Ма, мама Кришны, во Вриндаване мы называем маму Ишоду мамой. Is aprakita. How it was possible for Devaki Devi to give birth to six son? You can remember before Krishna took birth. See? Because Yogamaya going to arrange in such a way. В этой лиле все Камса и так далее. Йогамая устраивает все так, чтобы вы чувствовали, что это настоящая лила. Так, Санатана Госвами говорит, когда Кришна приходит вместе с Бхаума Вриндаваном в этот мир, присутствуют примеси в этом. Мы слышали, уже слышали, что Деваки, мама Кришны, Мадхура, Кришна, рожденного в Мадхуре, имеется в виду. То есть говорить, что Ишода мама и Деваки мама, это правильно в отношении к той и к другой. Деваки Деви является Нитья-Сиддхой. Она трансцендентна. Как же было для нее возможно родить шесть сыновей?
прежде чем Кришна родился, у него было 6 беременностей. Таким образом, было рождено 6 сыновей. И Камса убивал всех их. Затем родился. Затем Анантадев вошел в лоно Деваки Деви. И через 6 месяцев Матхураваси обнаружили, что беременность прервалась, но в действительности было не так. По наставлению Кришны Йогамая взяла Балдауджи Махараджа и перенесла его в лоно Рахини Маты. И сейчас возникает вопрос, если Девакима трансцендентна, как это возможно было родить 6 материальных сыновей? Такого не может быть. То же самое говорит Вишванатха Чакраварти Пад. Санатан Госвами Пад говорит, если это возможно, то есть внешне мы видим, что Деваки Ма родила 6 материальных сыновей. Такова история. Гуру Падма написал прекрасную статью под названием «Мистерия 6 беременностей». Внешне вы видите, что 6 сыновей родились из лона Деваки Деви, но в действительности это неправда. Потому что когда Кришна говорит, бесконечные миры пребывают во мне, я и весь мир, то есть весь мир во мне, и я в них. То есть бесконечные миры пребывают во мне, а я также вошел в этот бесконечный мир, наверное, в форме параматмы. Тем не менее, я никогда не входил в этот материальный мир, и также он, мир не находится во мне. И как же примирить эти два абсолютно противоречивых понятия? В четырёхшлоках Бхагаватам сказано то же самое. То, что сказано в четырёхшлоках, напрямую Брахма услышал от Кришны. Сам Кришна произнес это. На самом деле у меня одна лишь идентификация. Когда мир творится, сотворяется, то есть, несмотря на то, что я нахожусь в бесконечных брахмандах, а все брахманды пребывают во мне, тем не менее, у меня есть уникальная идентификация, имеется в виду, на самом деле, я не вхожу в этот мир, а мир не входит в меня. И в этом совершенство, в этом уникальная сила йога-майя, в этих противоречиях.
посмотри на мою йогическую силу, наверное, силу йога-майи. То есть и то, и другое правда, правильно. Как я уже говорил, это, то есть это примирение этих противоречивых вещей возможно лишь для Кришна-лилы. То есть, несмотря на то, что весь мир якобы внутри, не внутри Кришны, в то же время он внутри Кришны. When it is possible that Krishna speaking, I am inside me, all infinity Brahmanda, still not inside me. I am already inside infinity Brahmanda everywhere, but still I am not Pravishthana, Pravishthana, Natishu, Natishu. If this is possible, then why если все это возможно, почему апракрита гарпа, то есть беременность Деваки, то есть с помощью Гамая это стало возможным, что она считает, что она родила шестерых сыновей, но в действительности это были не ее сыновья. Она думает, что шесть моих сыновей были убиты братом моим Камсой, плачет от этого. С одной стороны, это правда, но это организация Йога-майи. Но в то же самое время, правда то, что эти сыновья никогда не были рождены из ее лона. Если бы она не чувствовала, того, что они ее сыновья, почему бы в конце концов она стала бы рассказывать Кришне и Балараму о том, что, как она слышала в Гурукуле, когда Сандипани Муни, Sandipani Ashram, they took lesson, though they are Paratpara Kilesa, but still at present they are acting as student. They went there to take Shiksha or education from there. When ultimately они обучались в школе Сандипани Муни. В конце концов они сказали, мы хотим предложить пранами тебе, Гуру Дакшину. И жена Гуру сказала, мы хотим лишь, чтобы наш умерший сын вернулся к нам. Хотим, чтобы он ожил. И Кришна Баларам. Отправились в Гималайи. И вернули, наверное, им их мертвого сына. И Деваки Ма говорит, что если это было возможно для вас, вы смогли оживить того самого сына, вашего гуру, почему вы не можете оживить моих шесть предыдущих сыновей? Деваки Деви плакала, горько плакала. Мои шесть сыновей были убиты Камсой. Пожалуйста, верни их назад. И Кришна устроил это. Это долгая история. Под руководством моего Гуру Махараджа я смогу в один из дней рассказать эту историю в деталях. Итак, шесть сыновей были вернулись к своей матери, то есть Калнеми, один из них, он был проклят Хираньякашипу. Много историй связано с этим, с сыновьями. Итак, Деваки Деви плачет.
плача молилась о том, чтобы ей вернули сыновей. И в конце концов они вернули сыновей, и Деваки, Деваки накормила их своим грудным молоком. И в конце концов они вернулись, наверное, в свои восвояси. То есть в чем суть? Когда они были рождены, Камса был, сразу же их убил. Они не смогли вкусить грудного молока Кришны, извините, грудного молока Деваки. И сейчас Кришна, то есть Кришна был первым, кто вкусил ее грудное молоко. И таким образом все последующее молоко стало Учиштхой. И все эти сыновья вкусили прасад Кришны и Баларама и получили освобождение. Такой вот длинный пример. Санатана Госвами говорит, что в Бамана Вриндаване Лиле присутствует смесь в соответствии с силой даршана садаки. Когда садака достигает сварупа ситхи, Бхактинат Такур говорит, когда садака достигает сварупа ситхи, тем не менее могут оставаться какие-то примеси. Но когда васту ситхи будут обретены, не будет уже ничего постороннего, никаких примесей. Для того, чтобы показать совершенство Кришна Лилы, Баума Лила более вкусна, более вкусна. Санатана Госвами говорит, Гуна Май Деха было препятствием у этих гопи к встрече с Говиндой. Для того, чтобы встретиться с Говиндой, они... То есть это было барьером к встрече с Кришной. Поэтому они оставили это препятствие, оставили свои тела и обрели Сачитананда Майя, обрели трансцендентные тела и обрели расу. Таким образом, по милости Йога Майя это возможно. По уникальному могуществу Йога Майя это стало возможным. Взгляните, говорит Кришна, на мою Йога Майю. Но на самом деле это моя сила, мое могущество. То есть не остается ничего невозможного для Йога Майи. Возможно все. Таким образом, по могуществу Йога Майи, все, что невозможно, становится возможным. Это пишет Джива Госвами Пад. Когда они оставили тела, они встретились с Кришной в своих новых трансцендентных телах, а старые тела остались в их комнате. И вопрос, которым вы задаетесь, правилен. Когда они оставили свои тела, то есть Йога Майя своей магией, она унесла материальные тела, и они исчезли. А мужья их были дома. Если бы они вошли к ним, они увидели бы их мертвые тела. Но и таким образом Йога Майя спрятала их, то есть она сделала так, что они просто исчезли.
перед браманами, перед своими мужьями. То есть произошло некое чудо. Они видели, что их жены по-прежнему с ними. Санатан Госвами пишет о уникальности Йогамая. То есть тень осталась от гопи. И тень это не как наша, это тень Йогамая. То есть Дурга, как в этом мире, тень Йогамая это Дургамая. И нельзя сравнивать с нашей тенью. Наша тень на самом деле не существует. Но Санатана Госвами подпишет в своем Вайшнаватошане в комментариях, что была создана тень гопи, этих гопи. Как Урваши, Пурурава и Урваши. Когда Пурурава оставила свое тело, когда он оставлял тело, он сказал, я не могу без тебя жить, Урваши. То есть он был слабосердечен из-за камы. По всему миру он искал Урваши и нашел ее в конце концов у Харидвара. Тогда Урваши стала говорить жесткие слова ему. Тот молился ей, просил ее, я не могу жить без тебя. И по благословению Гандхарв, Урваши захотела обмануть Пурураву. Она было определенное условие, которое Пурурава не смог выполнить, поэтому она отправилась, она должна была уехать на райские, уйти на райские планеты. Она была создана тень, то есть какое-то нечто, какое-то подобие Урваши, и этот Пурурава был, то есть играл с ней, то есть довольствовался ее проявлением. И много вопросов сейчас может также возникнуть. Сказано в Бхагаватам, старые комментарии. Комментаторы. Испытывая разлуку с Кришной, гопи страдают. То есть они из-за своих страданий от разлуки с Кришной оставляют свои тела и в конце концов обретают трансцендентные тела, в которых они встречаются с Кришной. Но возникает вопрос. Когда садхана бхакти, то есть когда начата садхана бхакти, происходит, запускается процесс анартха нивритти, очищается анартхи, уходит анартхи. Whereas we know when we can start Sadhana Bhakti, by Jajan, the automatic.
То есть, когда мы начинаем совершать садхана бхакти, автоматически анартхи уходят. Те, кто обрели рати, затем получают бхава-сиддхи. И в конце концов рождаются в брадже, в раджа-дхаме. Как же возможно, что то есть наши Гаудия Вайшнава Ачарьи пишут, то есть дают решение всем вопросам. Джива Госвами Пад пишет. Здесь говорится, гопи, вот эти гопи, они уже обрели рати. Для того, чтобы обрести прямое служение Кришне, они жаждали обрести это служение. Они испытывали глубочайшую разлуку в сердце с Кришной. Время от времени они получали даршан Кришны. Завтра я расскажу о Нарада Риши, как будучи маленьким мальчиком, по милости Риши Муни, он стал очень зрелым, Бхактива стал зрелым. Для того, чтобы развить, увеличить их желание, еще, Кришна исчез с танца расы. То есть порой, время от времени, Кришна показывал себя этим гопи, и гопи эти стали едины с Кришной. Они чувствовали, наверное, что он наш. И порой, то есть они обретали милан-ананду, тем самым блаженство от встречи с Кришной. Таким образом, Кришна Вираха и милан-ананда, разлука и встреча, они могли встречаться с Кришной, и также была пришла разлука в их отношениях. И в конце концов они стали совершенными, обрели ситхи. И по желанию Кришны, в конце концов, они обрели прямое служение ему. Термин, который используется в этой шлоке, в этом стихе, к описанию происходящего, имеет особое значение. То есть эти гопи не обрели, у них не было возможности общения с нитья-ситха-гопи. Поэтому долгое время они испытывали разлуку, боль разлуки. И разлука их была настолько глубока, что они оставили свои тела, они не могли больше терпеть этого. Also, in coming days,
discuss and sow the harmony, because I know doubts is there inside your heart. So this way Krishna going to clean their asubha, dukcha, abhiraha. There is asubha, devotee says. And by deep thinking, when they are going to желаю блага гопиям, блага гопиям. То есть, какие бы грехи ни были на нашем счету, мы должны страдать, страдать из-за этого. This way you can go through the Kirtan of Narottam Thakur, what Kirtan Narottam Thakur wanted to speak. Only the difference is there. Jiva Goswami is going to explain this way. Sripad Sukh Goswami, Sukhdev Muni, not going to use this Pap and Punna. This word Sukhdev Goswami is not going to use. Шукадев Госвами не использует эти термины папа и пунья, то есть грех и благочестие. Он говорит, что все это неблагоприятное необходимо очистить. Есть мангал и амангал, такие понятия. И Шукадев Госвами не применяет эти слова. Папа и пуни — это очень дешевые понятия. Он лишь дает нам понять, что грех... Ашуба, то есть он использует термин ашуба, то есть то, что неблагоприятно. То есть все неблагоприятное было смыто, исчезло из... исчезла из гопи, из этих гопи. Шукадев Госвами описывает две вещи, то есть ашуба и мангал, то есть неблагоприятное и благоприятное. Он объясняет, что все это благоприятное и неблагоприятное было под корень срублено. Очень искусно Шукадев Госвами описывает это. Он говорит, что это было не просто это было убрано, оно было очищено. И таким образом мы должны понять всем сердцем, если мы не поймем глубоко лилы Кришны, мы не сможем до конца осознать то, о чем говорит, наверное, Шукадев Госвами. Завтра я буду также рассказывать о важных вещах. Сарвад бхута чаматкар лила каллол варидхи Атулья мадхура према мандито прия мандалаха Триджагата манасакар симурали калакуйитаха Асамана дхарупо сривисма пито чарачараха Ванча калпатурвасча кипасинду бевача Патитанан павана бавишна бьо намо